Может ли у спутника Юпитера Европы быть океан? Сейчас выясним в космошортах. Здесь, на Земле, вода покрывает 3/4 нашей планеты. Это много H2O. У спутника Юпитера Европы воды может быть вдвое больше, прямо под ее ледяной поверхностью. Почему ученые так считают? Ну, во-первых, так нам показал космический аппарат. Поверхность Европы состоит в основном из водяного льда с некоторой примесью соли. Во-вторых, эта поверхность отличается от многих других в Солнечной системе. Мы видим множество трещин и хребтов, но совсем немного кратеров. Возможно, под поверхностью там есть океан, который вызывает ее нагревание и растрескивание, что меняет ландшафт и стирает кратеры. И знаете, что еще очень важно? Изменяющееся магнитное поле Европы. Что же под поверхностью может создавать столько электричества? Скрытый соленый водный океан. Будущие миссии НАСА могут дать нам ответ на вопрос, есть ли океан на Европе. Это следующий шаг в исследовании, может ли этот загадочный мир давать подходящие условия для существования жизни.